С сегодняшнего дня в Магадане принимают заявки на конкурс «Меценат года» по итогам 2021-го. Проводят его с целью активизации и развития благотворительной деятельности предприятий. По словам организаторов, конкурс поможет решить социально-экономические проблемы Магадана, а также повысить качество жизни горожан. Принять участие могут юридические лица, которые оказывали благотворительную помощь некоммерческим организациям и реализовывали общественно значимые проекты и программы. Подать заявку можно до 30 мая в Управление по делам молодежи и связям с общественностью. Электронный адрес и телефон для справок вы видите на экране.